Доброго времени суток, друзья! Благодарю вас за проявленный интерес к моему каналу Валентина Синема 2. Сегодня я вам покажу, как можно выстроить сеть в несколько сотен человек без особых усилий, без рассылок спама и, главное, не тратить на это много времени и сил, даже если вы не можете пригласить ни одного человека. Все равно под вами будет строиться сеть. Как это происходит? Сейчас я вам это покажу. Вы переходите по ссылке, которая под роликом, и переходите вот в этот чат. Передаем монетку призм. Читайте условия чата. Здесь вы находите ссылку, по которой нужно перейти, она кликабельная. Здесь вы прочитаете, как нужно правильно зарегистрироваться. Несколько раз обязательно зайдите в кошелек по той фразе, которая вам вышла. Самая первая фраза, которая выходит, ее обязательно нужно скопировать. Без нее вы никогда не зайдете в кабинет в тот же самый кошелек. Как правильно зарегистрироваться, у меня на канале есть ролик. Далее, вы сбрасываете здесь вот так свой адрес и открытый ключ. И пишите «Хочу получить монетку». Модераторы чата проверяют ваш адрес. И если все правильно, вам перекидывают монетку. Каждый раз мы делаем отчет, кто последний. Например, монетка у Александра. Для чего это нужно? Почему вот это вот очень быстро помогает строить сеть? Смотрите, возьмем красным. Это чат. В чате уже выстроилась сеть, причем уже довольно большая. И каждый, кто заходит в эту сеть, например, заходит Маша, да? После регистрации кошелька она получает одну монетку. В чат заходит следующий человек. Этот человек передает монетку следующему человеку. Монетка перешла из чата от этого человека к этому. Далее заходит в чат следующий человек. Этот человек передает монетку этому. И так далее. И так выстраивается сеть. То есть вы зашли в чат, вам дали монетку, вы ее перекинули другому. Когда под вами выстроится два человека, вы можете выйти с чата. И мы таких людей переводим в общий чат, где вы получаете полную информацию о нашей компании, о призм. Ну, надеюсь, перед тем, как вы зайдете сюда регистрироваться, вы и сами просмотрите информацию на YouTube или в газетах, в электронных. То есть это уже полноценная криптовалюта, которая торгуется на бирже. Ее не нужно продвигать. Цена ее на сегодняшний день к доллару 1 доллар. Это ваш баланс. Это ваш личный кошелек, это ваши личные деньги, которые вы в любой момент можете как завести сюда, так и вывести отсюда. Он точно такой же, как Pay, Rocky Pay, то есть это ваши деньги на вашем балансе. Но здесь ваши деньги еще майнятся, они увеличиваются. И плюс они еще увеличиваются за счет партнерской программы, которая под вами. Как только у вас в структуре, неважно сколько человек под вами, будет 10 тысяч, то есть инвестора внесли 10 тысяч. У вас майнинг вот здесь работает с одним ускорением и майнится определенное количество монет за сутки. Когда в сети 100 тысяч, то ускоритель, естественно, работает быстрее. Вот у меня в сети сейчас подо мной 10 тысяч инвестиций. И поэтому за сутки, вот если взять, вот 6 числа в 23.26 и 7 числа 23.26, наверх перекинулось 7 монет 0,3 цента вот с этой суммы. То есть за сутки 7 долларов, если по отношению к доллару, это вполне приличная сумма. Думаю, ни один банк вам за сутки 7 долларов с такой суммы не выдаст. Ну вот у меня пока сейчас майнится с 10 тысяч. У меня есть специальная таблица, есть ролики, где я показываю, как по таблице, сколько майнится. Итак, вы зашли в чат. Вот я спрашиваю, у кого монетка? Человек говорит, у меня. Зашел следующий человек. То есть передали следующему человеку. Вот он выставил ключ. Монетка уже передалась. И таким образом, вот, например, за сегодняшний день, за 7 число, вот 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек за день. Ну, это говорит о том, что праздник сегодня, люди отдыхают, но, тем не менее, многие из них зашли и зарегистрировались. Теперь смотрите, что происходит, когда, например, вы присоединились вот к этой веревке,
Вы не умеете приглашать, и вы в этой веревке. Все, вы в ней остались. Но где-то здесь среди вас появился человек, который очень хорошо умеет строить сеть сам. Что он делает? Он строит свою веревку. У вас уже будет две веревки. Возможно, в этой веревке появится еще один такой человек и уйдет в сторону. И тоже будет строить свою ветку. И тогда, если вы вот здесь, под вами уже три веревки. Но есть люди, которые умеют строить несколько веревок. И этот тоже возможно построить, не одну. И вот таким образом под вами выстраивается очень большая сеть. Несмотря на то, что лично вы можете не пригласить ни одного человека. Поэтому приглашаю вас в свой чат. Если этот ролик вам даст человек, который вас приглашает, значит, он вам расскажет условия, что вам нужно делать в чате. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. С вами была Валентина, Cinema 2.